Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ребята на поляне считают, что Петр Шепель и Вера Курочка подходят друг другу. Это очень серьезная пара. Они не отходят друг от друга, Петя готовит девушке завтраки. Очевидно, что он влюблен, а вот Вера просто позволяет себя любить. Маша Кахно стала причиной окончательного расставания Захара Соленко и Лизы Триандафилиди. Именно она сказала Захару, что Лизе нравится Алексей Секирин. Кахно говорит, что все равно эта пара была обречена. Захар уже 2 месяца тесно общается с Лерой Фрост. И это судьба, что все именно так произошло. Ольга Бузова рассказала журналистам о том, как прошли съемки на ее новую песню «Будет жарко». Песня записана совместно с другой певицей. «Я очень рада», – сказала Бузова, – «что могу открывать новые имена. Раньше это делала Алла Пугачева, поэтому, когда поступило предложение поддержать молодую и талантливую девочку, я сразу согласилась». В гриме Бузову было не узнать – зеленые волосы, яркие пухлые губы, глубокий вырез в области декольте. Откровенная боди сыграла с Ольгой шутку. Во время эротичных танцев у нее случайно спустилась лямка, обнажив шикарные формы Бузовой. В интернете ходят слухи, что сестра Ольги, Анна, теперь тоже одинока. Она рассталась со своим мужчиной, с которым была вместе 5 лет. Стало известно, каким нечестным путем удержала около себя Анастасия Костенко бывшего мужа Бузовой, Дмитрия Тарасова. Роман со спиной Бузовой, Костенко и Тарасов закрутили еще 1,5 года назад. Костенко параллельно встречалась также и с другим мужчиной, неким бизнесменом Кондратом. И когда Кондрат сделал ей предложение, то Настя решила использовать такой удачный козырь, чтобы окончательно захомутать Тарасова. Путем шантажа она вынудила его порвать с Бузовой и выставить из квартиры. В противном случае пообещала выйти замуж за другого. Антон Гусев похвастался, какая же хозяйственная его девушка. «Вика сама наготовила все к Пасхе. Она у меня такая умничка», – пишет Гусев. А Катя Жужа продвинулась еще дальше. Она сама впервые в жизни испекла кулич на светлый праздник. Михаил Терехин теперь работает на новом поприще. Он рассказал о своей работе адвоката в передаче на НТВ. Рита Керн сообщила в недавней видеотрансляции, что ей и Марине Мексике предложили вернуться на проект «Дом-2». Их позвали на остров любви, но девушки хотят остаться на поляне. Мексика недавно увеличила грудь, но сразу же поняла, что 3-го размера ей мало. В течение года она планирует еще операцию, теперь уже до 4-го размера. Егор Халявин сделал очередную пластическую операцию для перевоплощения в Кена. Он увеличил кость подбородка. Теперь у него идеальный подбородок, и он очень счастлив от результата. Элла Трегубенко похвасталась своими длинными ногами. «Ноги – моя гордость», – пишет она. Зрители отвечают ей: «Гордиться тем, что дано тебе от природы, а не получено благодаря твоими усилиями, это как минимум странно». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.